Всем привет, всех с Рождеством. Мы недавно все проснулись. Сейчас будем завтракать. Только надо будет завтрак сначала приготовить. В общем, мы будем... Купили такой лаваш зеленый, продается в монетке. Не знаю, с чем он, с какими-то с добавками. Есть желтый, прям такой оранжевый. Есть вот такой зеленый, есть обычный. В общем, колбаса, сыр, майонез, кетчуп натерем. Закрутим в рулет и в микроволновку. Очень вкусно. Намазали майонезом тонким слоем. Немного кетчупа для вкуса. По всей поверхности натираете колбасу. И также натираем сыр. После того, как натерли сыр, можно закручивать лаваш. Он у нас уже лежит где-то 2 дня. И он уже подсыхает, его лучше сразу же, потому что он уже начинает сохнуть и лопаться. Как бы это ни страшно, он в одном месте только лопнул. Все. Сворачиваем лаваш. Можно сразу разрезать его на 2 части. Чтобы положить в тарелку и в микроволновку. Вот какая вкуснота получилось. Всем приятного аппетита. Мы погнали на горку. Одевай варежки. Я все пристегнулся на бустере. Саша с Анюткой дома остались. Анютка что-то янится, никуда не хочет, плачет. Мы поехали сейчас быстренько съездим на горку, прокатимся. Посмотрим, развеемся и домой поедем. Не будем мы долго задерживаться. В общем, погнали. Моя жопа. Ё-моё. Я не летяшка летяшка. Все, я больше не поеду. Я не летяшка летяшка. Летяшка, давно это погоделось, а я на полку летел. Офигеть, горка, я всю жопу отбил. А я вообще без летяшки ехал. Жаль, я убивала сезон. Жаль, я сейчас не снял, не направил камеру, как это парень на плюшке вынес меня. Классно, ну что, давай еще один разок прокатайся и поедем домой, там девчонки ждут. Ага. То уже холодно. О, Кирилл краснехонький. Вот это, наверное, раз 5, наверное, 6 прокатился. Я всего один, но зато какой мы с ним погнали. У нас он тут бык здоровый стоит. Рудольф, как его там. О! В общем, все. Погнали домой. Там нас ждут девчонки.